Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Мужчина взял старую ванну и закопал ее в саду. Сейчас результатом его работы любуется весь дачный участок. Вуди Аллен, американский режиссер с блестящим чувством юмора, сказал однажды: «Моя супруга не хочет становиться взрослой. Когда я принимаю ванну, она топит мои кораблики. Давайте и мы хотя бы на время перестанем быть серьезными взрослыми людьми и пофантазируем на тему, что можно сделать с ванной. Думаю, каждый из нас мечтал в детстве иметь рядом со своим домом собственный пруд, пусть даже самый крошечный. Это история о том, как исполняются мечты, если ты действительно стремишься их исполнить. Пофантазируем о ванне. Итак, как же можно ее использовать? На ванне можно спускаться с горы, то есть использовать в качестве санок. Ванну можно переделать в необычный примитивный гоночный автомобиль. Ванна может стать своеобразной лодкой, но здесь мы расскажем о том, как из ванны сделать прудик, который станет прекрасным украшением вашего сада. Один сообразительный мужчина однажды решил, что старой ванне, которой долгое время пользовались он и его семья, место не на свалке, а на его придомовом участке. В саду он выкопал яму и поместил в него этот резервуар для воды. Ванну огородил со всех сторон старыми металлическими листами и трубами. Затем он поместил на ванну и прилегающую к ее краям землю материал из фольги. После этого украсил свое детище камнями и растениями. В результате получился очень милый пруд. Теперь это излюбленное место для отдыха семьи нашего героя и его друзей и соседей. А какие подобные интересные применения знаете вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.